Анонс и точка выхода 576 серии турецкого сериала «Доверенные». 576 серия сериала выйдет в эфир 31 июля. Ранее в сериале мы увидели, как Яман поинтересовался у Недима, есть ли какая-нибудь новая информация о Карачалы. Недим ответит, что боится Яман услышать совсем не то, чего так ждет. Он искал его все это время, но так и не смог выйти на след этого человека. Нана подумала про себя. Неужели Яман снова поверил этому предателю? Акча благословила Нану. Она пообещала Акче, что с Яманом все будет хорошо. Ей не стоит ни о чем переживать. Акча ответила, что очень сильно надеется на это. Недим считает, что сейчас Яман завидует ему тем, что у него есть. Ведь ему удалось забрать у Ямана женщину, которую он любил. Яман вместе с Феритом ожидают того момента, как Карачалы заставит во всем признаться Недима. Недим сообщил Карачалы, что раз и навсегда покончил с Яманом Керемлы. Он лишил его работы, а также репутации. В этот момент неожиданно появилась Нана с оружием в руках. Она направила пистолет на Недима и заявила, что все закончилось. Вскоре также пришел Яман с Феритом. Яман сказал Недиму, что он заплатит за каждый свой поступок. Нана очень сильно удивилась тому, что Яман обо всем знал и молчал все это время. 576 серия сериала выйдет в эфир 31 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.